На оперативном совещании в администрации района обсуждают сразу несколько актуальных тем и вопросов. Это подготовка к холодам, готовность образовательных учреждений к работе в наступившем учебном году. Заместитель главы администрации Щелковского района Юрий Родионов рассказывает о результатах ремонтных работ в образовательных учреждениях района. По его словам, был проведен большой объем работ. Также переоборудованы классы и группы в детских садах. Благодаря этой работе в Щелковском районе открыты 9 ясельных групп. Это 9 учреждений, которые реализовывали эту программу. Детский сад номер 9, 2 корпуса, 5 детский сад, 66, 1 детский сад, корпус 1, 34 детский сад номер 2, детский сад номер 18 и детский сад номер 60. На сегодняшний день у нас эти группы все сделаны, и детки уже потихонечку ясельного возраста начинают приходить в эти хорошо оборудованные группы. Также на территориях 2 детских садов и нескольких школ проведены работы по благоустройству. И если учебный год уже наступил и осень практически вступила в свои права, то вот зима, как говорится, близко. И подготовка к отопительному сезону стала еще одной немаловажной темой для доклада. Актуальная тема подготовки котельных к работе также прозвучала на оперативном совещании. По словам Натальи Тамбовой, завершены подготовительные работы по подготовке к отопительному сезону. Котельные готовы к поставке тепла. Большая работа проведена в преддверии наступления холодов. И нынешней зимой все системы отопления работ района должны функционировать без боя. Рассказала Наталья Тамбова еще об одном важном событии в жизни города – на реконструкции моста через реку Клязьму, завершение которой все ждут с нетерпением. Так что неудобства, связанные с этим, разумеется, временны. Мы начали реконструкцию моста через реку Клязьму в районе центрального рынка города Щелково. В рамках проведения первого этапа работ проход будет освобожден от старых металлических балок. Сегодня в ночь работы были проведены. Служба благоустройства работает по приведению прилегающей территории в порядок. Также в ходе совещания обсудили подготовку площадок для вывоза снега и порубочных остатков из поселений. Сейчас идет подбор соответствующих мест. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».